Послание от высших сил для тебя. Вселенная говорит тебе, ты очень часто поступал так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой. Ты думал, что нет ничего страшного в том, что ты делаешь. И когда тебе возвращалось бумерангом то, что ты делал другим, то ты был в замешательстве. Почему? За что? Это было необходимо пройти, чтобы осознать свою силу и осознать, что она не в обмане самого себя, что сила твоя в честности по отношению к самому себе и в том, что ты способен жить по совести, и именно эти осознания привели тебя к тому состоянию души, которое ты сейчас обретаешь. И ты чувствуешь, что способен на многое. Ты способен нести в мир любовь и добро и щедро делиться ими с другими людьми. Ты сильный, мудрый, щедрый и богатый человек. Будь честен с собой, живи по совести. Мы всегда рядом. Будь счастлив, человек. Вселенная любит тебя. Любовь спасет мир.